Не так давно запустилась новая технологичная криптовалютная биржа с многоуровневой реферальной программой, которая готова вознаграждать своих партнеров куда больше, чем Binance. Эта биржа называется Nominex. Самый главный ее козырь – это реферальная программа. Дело в том, что в Nominex нет ограничений на реферальные уровни и можно строить партнерскую структуру на бесконечное количество уровней вглубь. То есть вы приглашаете нового пользователя, затем он приглашает нового, затем тот приглашает еще и так далее. Все эти пользователи становятся вашими рефералами, и затем с каждого вы будете получать прибыль. Это первая в своем роде криптобиржа с бинарной партнерской программой, которая позволит зарабатывать с миллионов пользователей, зарегистрировавшихся после вас. Теперь давайте о конкретных цифрах, что тут можно заработать на партнерке. Платформа Nominex имеет 4 типа различных реферальных бонусов. Бонус за быстрый старт. Он позволит регулярно получать от 5 до 8% с торговых комиссий, оплаченных вашими рефералами. Командный бонус. Дает возможность получать $25 за каждый сформированный торговый цикл. Максимальная награда за данный бонус может достигать $50 000 каждую неделю. Все зависит от вашей активности. Лидерский бонус позволяет получать 10% от каждого командного бонуса, полученного вашими прямыми рефералами. И, наконец, поощрительный бонус до $5000 для самых активных участников, который выплачивается раз в 2 недели. Чтобы иметь право на его получение, необходимо поддерживать партнерский ранг бриллиант и выше в течение 2 недель подряд. Реферальное вознаграждение выплачивается после срабатывания торговых циклов. Они формируются следующим образом. За каждые $250 в виде торговых комиссий, уплаченных вашими командами, вы получаете 100 баллов. Как только в левой и правой команде набирается 100 баллов, получается один торговый цикл, и вы получаете $25. Средства на финансирование столь щедрой партнерской программы берутся из торговых комиссий. 80% от заработка биржи направляется на реферальные отчисления партнерам. Наибольшее количество бонусных отчислений вы будете получать от людей, которых вы даже не знали и не приглашали на биржу. Эти пользователи будут находиться далеко в вашей реферальной структуре, на 20-м, а может и на 2000-м уровне. Все это возможно благодаря внедрению бинарной партнерской программы, когда у каждого пользователя биржи может быть только 2 партнера в первой линии, 4 на второй, 8 на третьей и так далее. Количество возможных мест на каждом следующем уровне удваивается. Таким образом, получается, что от каждого человека вниз отходит только 2 ветки, образующие затем 2 команды, состоящие из людей на всех нижних уровнях до бесконечности. У такой модели есть огромный плюс. Объясняю почему. Из-за того, что возможно только 2 реферала в вашей первой линии, то когда вы приглашаете последующих, они отправляются вниз, в свободное место на нижние уровни. Это называется переливом. Пользователи, приглашенные после первых 2, становятся как вашими рефералами, так и тех, под кого их поставит система на нижних уровнях. Поэтому я рекомендую всем, кто смотрит это видео, как минимум зарегистрироваться по моей реферальной ссылке, которая будет оставлена в описании к этому видео. К тому же, пока биржа свежая и только запустилась, разработчики делают очень крутую фичу. Всех зарегистрированных пользователей система автоматически распределяет в глобальную реферальную структуру. Проще говоря, если вы сейчас зарегистрируетесь под меня на бирже Nominex, вы просто, ничего не делая, будете получать рефералов от моей ссылки. И все новые юзеры биржи также пойдут под вас. Это значит, что чем раньше вы зарегистрируетесь, тем больше новых пользователей попадут в вашу партнерскую структуру, с которых в дальнейшем вы сможете очень неплохо заработать. Помимо шикарной реферальной программы, у Nominex есть внутренний токен NMX, токен-холдеры которого получат сниженные на 50% комиссии и другие привилегии на бирже. Токен NMX будет бесплатно распределяться среди активных трейдеров. То есть, торгуя на бирже, пользователи будут получать токены NMX. Данная модель токеномики подразумевает сверхэффективную добычу токенов для ранних трейдеров. Те, кто быстрее всего начнут торговать на бирже, получат значительное преимущество, ведь награждаться трейдеры будут из фиксированного общего пула. Поэтому чем меньше людей добывает токен, тем больше они получают. И наоборот, по мере роста популярности биржи, все больше трейдеров присоединятся к добыче и награда снизится. К тому же в ближайшее время стартанет серия ежедневных турниров по трейдингу с призами в стейблкоинах USDT, что ожидаемо вызовет интерес к данной бирже.
Ну вот, в принципе, и все. Самое важное я рассказал. На мой взгляд, биржа Nominex предлагает что-то новенькое в виде бинарной партнерской программы. Я для себя решил, что уделю внимание этой бирже и попробую пригласить новых пользователей. Ведь кто знает, Binance тоже не сразу стал топ-1. Возможно, Nominex со временем займет место среди лидеров. Если это действительно произойдет, то я, как ранний партнер биржи, с уже выстроенной структурой буду получать отличный пассивный доход. Друзья, я никого не призываю котлетить туда серьезные суммы. Однако я рекомендую как минимум пройти простейшую регистрацию, перейдя по ссылке в описании. Делитесь вашей реферальной ссылкой, создавайте сильную команду, обучайте своих партнеров, после чего вся эта структура будет расти как снежный ком без вашего участия.